said fuck them other niggas, cause I'm down for my niggas. What? Fuck them other niggas, cause I'm down for my niggas. What? Fuck them other niggas, I ride for my niggas. Всем привет, меня зовут Серж, и это мои первые посылки из Китая. Вообще, я шел на почту за одной посылкой, но, как видите, у меня их три, потому что трек номера не отслеживались. Ну что, начнем с вот этой, пожалуй. Как видите, тут вот написано «чехлы». Сейчас проверим. Заказывал много чехлов, не знаю, какие пришли. Так, ага, это у нас чехлы на iPhone 5, 5S, видите, какие прикольные, цветные, силиконовые. Так, целые, все красиво, ярко, мне нравится. Так, это отложим. Так, что у нас тут, вторая посылка. Ага, тут у нас трек номер не отслеживался. Сейчас посмотрим. Скорее всего, тоже, наверное, чехлы. Да, тоже чехлы на iPhone 5, 5S. Вот, заказываю, давайте я это распечатаю. Вот. Так, ну что сказать, пластиковые, рисунок, конечно, очень качественно сделан, нарисован, наклеен, не знаю, что тут. Качество отличное, причем за такую цену. Ссылочки скину в описании, все будет, посмотрите, кому надо. Вот такой еще, с слоном и с котом. Это отсложим. А тут, по идее, должны быть всем известные карточка-нож. Вроде так. Сейчас проверим. Должно быть их 10 штук. О, как все хорошо упаковано. Мне нравится. В пупырочку. Давайте проверим количество. Раз. 2, 3, 4, 5. Тут, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5. Что сказать? Ну, как обещал продавец, 10 штук. Сейчас проверим качество. Читал отзывы, вроде хорошее качество должно быть. Все. Что? Легенький, удобный, тоненький нож. Не знаю, не очень разбираюсь в ножах, конечно. Сейчас проверить можно. Острый. Пришел острый нож. Все хорошо. Вот, как видите. Все, как продавец и обещал. Понравилось. На этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, кому понравилось. Все.
Всем пока.